Больше за 1000 гостей побывали у Дрыбине на фестивале народной творчости, промыслов и рамёства у Дрыбинские торжки. Райцентр у выходные перетворился у великий кирмаш, на який завитали гандляры, рамесники и творчие коллективы с усих регионов Беларуси, а так само России, Украины и Прибалтики. На святе побывал и Илья Соболев. Дрыбинские ташки мают самобытную историю. Еще 200 год тому на мясцовый кермаш приезжали богатые купцы с далеких городов и весок. Самым популярным товаром от тутейших майстров были и застаются валенки, которые стали головным атрибутом свята. Во-первых, это натуральная обувь. Да? Это лечебная, это натуральная, из шерсти овцы сделана, то есть и ножки в тепле всегда. Ну и во-вторых, вы знаете, надо сохранять вот эти все традиции, сохранять историю нашу, про Шаповалов помнить. Ну это вообще это культурное наследие наше. Подчас торжков центральная улица райцентра перетворяется у великую гандлевую площу с крамницами, гульнявыми полянами, подворьями и городом майстров. С таким размахом Дрыбинщина святкуя завершение сбора урожаю. Действительно, сегодня Дрыбинщина подводит черту под уборочной кампании. Результаты нас радуют. Ну а там, где люди хорошо трудились, есть возможность и хорошо время провести. Здесь сегодня у нас и сельхозпредприятия присутствуют, и все организации Дрыбинского района, которые показывают себя, рассказывают о себе. Это возможность наладить и побратимские связи, это возможность и реализовать свою продукцию. Все понравилось, настроение великолепное. Мы приехали с города Санкт-Петербург, ребята, во, все просто супер. Мы в восторге, спасибо. Все очень хорошо, красиво, весело, мне нравится. Мы каждый год посещаем этот фестиваль, довольны. Всегда бывает весело, интересно побывать здесь. Люди все с хорошим настроением. Очень много представлено, ремесленники своей продукции представили очень много. Но вам, как дрыбинчанам, нужен этот праздник? Нужен обязательно, обязательно нужен. Мы его ждем целый год. География фестивалю, что год поширается, проезжая все больше гостей. У Шаповальском крае сподяются, не узабавить торжки станут международным форумом. Илья Соболев, Денис Бутылин, новины региона.